Незаконный источник дохода нашла для себя 51-летняя жительница Чувашии. Женщина работала помощником воспитателя детского сада, а еще торговала суррогатным алкоголем. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Вот этот аппарат, который собрали супруги из Порецкого района, судя по всему, доход приносил приличный. С апреля по август текущего года супруги у себя дома торговали самогоном, который производили в кустарных условиях при помощи своего самогонного аппарата. Стоимость указанной продукции была достаточно низка, при этом она не соответствовала требованиям ГОСТа, поскольку содержала в своем составе фенилэтанол, а также другие опасные вещества, такие как альдегиды, сивушные масла и сложные эфиры. Предприимчивым супругам назначили по 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Впрочем, подсудимые приговор еще могут обжаловать.